опять распустившиеся цветы циропалюса. Вот они так выглядят на входе на сельскую дорогу. Пока не выглядят. Это я записываю на видео. Первое видео. Жалко даже уходить отсюда. Вот такая обильное цветение. Там будет сельская. Второе включение видео. Это вот продолжение дороги до сельской. А вот там вот сельская будет. Это свалка. Еще с осени была. А теперь уже засыпали. Вот это лужа. И картинка лужная. И мигает лампочка. Вот и вход на сельскую. Третье видео после выключения камеры. Это первое. Вот какая лужа. И специально, чтобы эту лужу заснять, я включил на видео. Как будто бы третий раз. Вот она какая лужа. Вот она какая лужа. А там дальше пригорок вверх пойдет на поляну. Сейчас выключаю видео. Лампочка-то мигает. Это начало Ментовской. Восточное начало Ментовской. Видео, лампочка мигает. А здесь красоты нету, не получается. Вот так. О, уже отцвел почти циропалюс. Вот это. Сосна спиленная, отцветший уже тут циропалюс. И пошла Ментовская до дороги. Выключаю видео. Включаю снова. Тогда выключилось. Не знаю, чего сейчас будет. Но лампочка мигает. Мигает, мигает. Отцветшие циропалюсы. Вот они. Вот они. Вот они. Вот они. И это выход Ментовской на главную дорогу. Вот. Вот главная дорога. Туда. Харьковское шоссе, туда наш дом, и птички поют. Выключаю видео. А это акация напротив входа на Бомжовскую. Вот она акация какая.
тут вырисовалась. Прямо над дорогой висит. И распускается, и распускается, и распускается, и распускается. Акация, акация, акация. Комары кусаются.